Здравствуйте! Всем привет! Короче говоря, началось в колхозе утро, да. Барана! Сейчас будем ходить по баране. Кайф! Что-то там гудит. Вот. А что найдем, снимем обязательно. Так что... Начинаем начинать. Первый. Ну, не первый, проволока, конечно, была уже. Крестичек вот такой вот. Воду опять не взяли. Тоненький. Но целый. Ну, понятно. Даже хабарницы не взяли. Машина-то рядом. Сейчас схожу. Так, у меня следующий сигнальчик. Сегодня такой расслабляющий выход. Пол крестика. Жалко только пол. Люблю бы там что-то. Сейчас найдем. Что здесь может быть? Проволока может быть. Или чернина. Я найти не могу. Он в плюсе. Но там... Фольговый, да? Фольговый, фольговый. Что это такое? Что-то, видите, в бронежилете она у меня. По кайфу сейчас ветер. А, ну правильно, пачка. Пачка сигарет? Угу. Понятно. Сейчас ветер, короче говоря, и все это мракобесие кровососущее сдувает. Поэтому ходить очень, в принципе, кайфово. Так, чуть-чуть дальше заехали. Здесь дорога шла, вот прям так вот. Так, монета, Николай Первый. Сейчас две пряжечки еще откопали. О, нашли такую хренотень. Я не знаю, что. И я не знаю. Какая-то хреновина. Вот, там еще надо сигнальчик проверить. А вот тут река. Мы к ней, собственно, и хотим сходить. Идем. Куча сопутки. Потом покажу в конце. Поле, конечно, очень интересное. Его надо не один день изучать. Где здесь что было, в какие года. Вот тот лесок мне очень нравится, сосеночки. Последние лет 60-70 там точно грибников много шастало. Ну, то есть на предмет советов, если. Вот. К берегу сейчас не спускались. Любке тяжело, пока еще она в корсете. Обратно неудобно подниматься будет. Так. Еще есть одна мулька. Поле сегодня только прокультивировали, ну, переборонили. Вот. И зачастую, пока оно не отстоится, порой сигналы не вылезают. То есть ему надо постоять несколько дней, чтобы оно, ну, грубо говоря, прилегло, примялось. Сколько уже замечали по свежей пашне, вот по свежей бороне. Хрена ничего не находим. Какая-то особенность, я не знаю. Я не физик. А, что у меня? Двадцаточка. 54-го годика. А вот тут Люба в куст так заныкался. А еще вечера надо подождать. Зачастую, когда начинает темнеть, начинаются находки. Вот опять вышли на направление дороги. Заросший манитос. Что за манитос, хрен знает. Вообще непонятный. Ну и ладно. Может быть, это, знаешь, ручка была. Насад. Так, движемся в сторону машины. Пошел третий час нашего копания. Вылетела вот такая хреновина. Вообще непонятно, что это такое с дырочкой. Кто знает... Добро пожаловать в комментариях. Что-то сказать нам. Я не знаю, что это такое, но прикольно. Мне кажется, это вот под подложка от ручки. Ну, или от ручки, или... Правда, от печати от какой-нибудь. Копейка 60 какого-то года выскочила, я его сломал. Представляете, сохранцы какой. Нечаянно. Хрусь и пополам.
сопутки море. Откапываем. О, какая-то хренька. С кружочком. От чего неизвестно. Монет нет. Так, все-таки нашли. Сейчас Люба какую-то монету дернула. И, наконец-то, ну, я говорю, она здесь есть. Ее просто найти. Чешуя. Сейчас покажу. В общем, мы за ней сюда и ехали, на эти вспашки. Проверить есть? Да есть, конечно. Единственное, удивительно, что нет чешуйной сопутки, так называемой пуговик гирик. Но опять же... О, монета? Я совершенно не могу понять, что это. Где? Монета. Фон-фактор, скорее всего, это капуста. Ловушка. Наверное. Ну, вот она, родимая. Петровская. Да, царь Петр. Сейчас приближу. ЦИП, больше ничего. ЦИП, да. Ай, блин. Сейчас наведется. Вот она. Царь Петр. Есть она тут, родимая. У нас вот такие еще баночки появились. Еще покажу. С заправок. Охренительные, из-под конфеток. Маленькие, удобные. А где прибор-то делал? А вот. Все, ползем. Я говорю, сейчас стемнеть начнет. И начнется. Ветер, кстати, стих. И пролетело все это мракобесие. Я ее рыла и рыла. Я ее искала, искала. Она, блин, улетела у меня. Потом еще раз. Так. К сожалению, она просто... Да, еще одна чешуйка. Ну, что и требовалось доказать. Но, к сожалению, лысая от слова совсем. Абсолютно. Маленькая плюшка серебра. Оп. Вот так. Чья, не ясно. Естественно. Ну, это не Петровская. А, да, нет. Ну, это Михаил Федорович, наверное, ну, что-то типа того. Что, друзья, стемнело. Раскладывать не буду. Кучу медных кружочков. Ну, не куча там, сколько у нас монеток. Монет 5, наверное, всего. Вот. Всякой сопутки куча, конины, пряжечек. Надо сюда вернуться, надо его изучать. Две чешуи. Что, в общем-то, и требовалось доказать. Она тут есть. И мы ее в следующий раз обязательно найдем. Здесь шастали. И вдоль реки надо обязательно будет посмотреть в следующий раз. Комары злючие. Вот. Она через недельку чуть-чуть приляжет. И будет все супер. Ладно, спасибо, что с нами ходили. Спасибо, что смотрели. Пальцы. Делитесь. Всем здоровья. Не болейте. И пока.